нас устоялась прям летняя погода, наконец-то. Отъезжая от офиса, сейчас хотел бы к вам обратиться с таким вопросом по поводу инвестиций, да? То, что многие хотят куда-то деньги вложить и заработать при этом. Зачастую очень многие хотят купить котлован и ждать год-полтора, чтобы заработать, допустим, 30 тысяч с квадратного метра. И с учетом этих рисков, ожидания, прям интересуется таким вопросом. Когда я показывал вам несколько предложений, на которых можно заработать, в том числе вот на жилом комплексе на Садовой, когда были возможные цены, по возможной цене можно было взять за 2700 тысяч месяц оплаты за газ, это по 75 тысяч за квадратный метр. Как-то слабо отреагировали на эту ситуацию, да, то есть кто-то там говорил, что там почему-то цены замороженные, почему-то там ничего не продается. Вопрос стоял именно в двух квартирах, которые застройщик в итоге продал. Он решил свои проблемы. Вернул цену 90 тысяч за квадрат. Теперь там цена 90. Без разницы, на каком этаже там появляются варианты квартир. 90. То есть на 15 тысяч за квадрат цена вернулась. Это цена нормальная, средняя, так сказать, цена на этом объекте. С учетом парковки, с учетом лифта, с учетом придомовой территории и так далее. То есть те люди, которые все-таки даже на этом этапе, уже на этой же этапе акции, приобрели квартиру по 75, теперь подорожало на 15 тысяч стоимость. Я, конечно, понимаю, что есть желание именно зарабатывать на стройках, но все-таки неоднократно говорил, что на акции надо обращать внимание. Ну и само ценообразование, то есть 15 тысяч квадрат, там 34 квадратных метра, выходит разница 510 тысяч рублей, да, то есть, и это буквально, знаете сколько, ну два еще месяца пройдет, и эти квартиры сейчас распродадутся, тем более потом, возможно, какие-то из вариантов квартир будут продавать в ипотеку, и в ипотеку, естественно, там уже и торговаться никто не будет, за 90 их схавают. На сегодняшний момент там есть еще квартира от инвестора за 3 миллиона рублей вместе с доплатой за газ, там выходит где-то 87. 7 тысяч разница за квадрат, она тоже ощутима. Поэтому кому надо, тот может отреагировать и купить, может быть, для себя, но еще по выгодной цене. Что касается остальных жилых комплексов, вот у меня поступила информация о том, что жилой комплекс Фортепиано, жилой комплекс Меркурий уже поднял, кстати, цену, и жилой комплекс Милан, это вся компания ARS Group, они поднимают цену от 7 до 12 тысяч, еще пока неизвестно, уже с завтрашнего дня. Вот Меркурий были цены там по 82 тысячи баксов, остались еще на первом этаже. Остальные, второй там, по-моему, продан, третий, четвертый этаж уже подняли цену до 101 тысячи за квадратный метр. Вот вам и результат. То есть Фортепиано, который вроде как был по одной и той же цене, грубо говоря, с начальным этапом строительства жилого комплекса «Фрукты». Я тоже говорил о том, что зачем брать, так сказать, стройку, ну, если вам все-таки хочется сразу владеть квартирой, когда можно купить вот оно готовое по нормальной цене и там, может быть, уже сдавать там или сразу уже делать ремонт, в общем, что цена все равно адекватно, она подрастет. Вот вам и результат. То есть поднимают все равно цены, потому что предложений становится все меньше и меньше. Поэтому вот такое резюме, так сказать, да, вот и что происходит дальше. Будут ли там какие-то акции, будут ли еще что-то. Ну, в Министерских озерах сейчас вот проблеснула информация о том, что делают скидку на 2 литрах, по-моему, 26 и 28, делают 5% скидки. Но они уже перед этим цену уже подняли до 100 тысяч за квадрат, там показывал
такой обзорчик проходной был, я не показывал конкретные объекты, просто заинтересовался ценообразованием в этом районе. Пожалуйста, все равно все потихонечку сметают. Если вам кажется, что один из объектов там менее ликвидный, что кто его там возьмет, потихоньку все разберут. И поверьте мне, вот на днях выпущу видео на улице Мира, начало улицы Мира, пересечение с улицей Урожайной. Там появился новый объект со статусом «жилое помещение». Маленькие есть квартиры, там 30 квадратов, даже есть 13 квадратов, одна квартира, ее сложно назвать квартирой, это скорее всего как гостевой номер, но он отдельно как бы тоже продается со статусом жилое помещение, то есть выписка на землю прилагается и доля земельного участка, а также на само помещение. 13 квадратных метров по 120 тысяч, это там 1 453 000, по-моему, если не ошибаюсь, вот. Вот что, по каким ценам теперь продают. Даже вот эти богемы, которые там строят, пока еще без документов, там уже тоже цена потихонечку вырастет, как только получат что-то уже с документами. Когда я говорил о том, что 75 тысяч за квадратный метр – это самая низкая цена по Сочи, я не ошибался, понимаете? Вот, ну, нету таких предложений. Даже читал в комментариях от других блогеров, которые тоже снимали про этот комплекс обзор, и тоже их пример говорили: да нет, это улица слишком далеко, да там вот это Мира, по ней вечером там походите и так далее. В любом случае цена рулит, понимаете, что такое цена? Цена — это именно то, что в первую очередь интересует покупателя. А потом уже там какие-то хотелочки там у людей по-своему срабатывают. То есть, ну да, вот я сейчас возьму именно этот вариант, а он подрастет в цене. А потом, если я возьму то, что мне больше душе угодно будет, зато я не профукал, так сказать, вот эту там акцию и на этом еще и заработаю. Понимаете? Реагируйте вовремя и обращайтесь. Такие продажи. Такие продажи, они очень быстро проходят, очень быстро. Поэтому не думайте, что вы приедете и будете выбирать, здесь очень много будет для вас каких-то инвестиционных вариантов. Сейчас в стройку вкладываться тоже очень сложно, причем даже ФЗ об этом говорил. В общем, вот такие вот новости, ребят. Как я говорю, что с завтрашнего дня поднимается цена фортепиано и в Милане от 7 до 12 тысяч, еще пока не определены. И в Меркурии уже подняли цену до 101 тысячи рублей на втором, третьем, по-моему, и четвертом этажах. Все, оставляйте комментарии, жду ваших обращений, всем пока.